Эй, йо, привет, меня зовут Павел Абастов, и добро пожаловать на новое прохождение игры Rise of the Tomb Raider. Это уже не знаю какая третья или четвертая серия, в которой мы подряд проходим все гробницы, выполняем испытания и так далее. Поэтому как-то так. Погнали проходить новую гробницу. Как она будет называться, ты, конечно же, узнаешь. Она вот тут находится. Включаем... Секунду. Метку. Да. Хорошо. А сейчас наша задача, значит, спрыгнуть отсюда и пойти в нашу любимую гробницу. Прыжок и shift. Ныряем. Вау. Да, с первого раза получилось, а до этого не получалось почему-то. Хорошо. А, кстати, да, многие спрашивали, типа, Паша, а почему ты каждую серию в одной и той же одежде? А, люди думают, что я каждую серию записываю в разные дни. На самом деле это не так. Обычно я выбираю какой-то определенный день и как бы одеваю любую свою одежду и как бы записываю серию. И за один день я могу записать там 2, 3 или 4, либо даже 5 серий. Ну и потом их в течение недели монтировать, ну и выпускать. Ой. Огненные. Нет. Валим. Нет. Аккуратно. Гранатомет. Аккуратно. Валим. Нет. А мы лечимся. Аккуратно. Ой-ой-ой. Нет. Аккуратно. Я моментально лечусь, нифига себе, слушай. Ах ты, иди сюда. Слушай, а я не ожидал, что Мишка будет настолько сильный. Обалдеть. Ну, тут его только можно отравляющими стрелами, я думаю, по-другому никак. Все? Ну все, отлично. Завалили мы Мишку. Обалдеть, я не ожидал, что тут медведь будет. Откуда он тут вообще взялся? Боже мой, я реально перепугался. Еще когда стрелы ядовитые, нет, они пулялись огненные, а я хотел ядовитые. Боже мой, а. Так. А, две шкурки, ну еще там что-то, ладно. Хорошо, тоже почему нет. Блин, такие звуки громкие. Так. Грибочки. А где гробница наша? Я походу не... А, нет, нам сюда, все верно. Нам сюда. А, копаем. Я, кстати, надеюсь, я правильно иду, потому что если нет, то будет фигово, на самом-то деле. Так. А, вроде все верно. Ныряем. Игра, ну не зависай, пожалуйста. Я надеюсь, записывается, кстати. Потому что если нет, то фигово будет. Я надеюсь, что меня нормально видно, потому что, ну, сзади солнце, поэтому хромакей такой дурацкий. Ты уж меня извини. Как бы я не могу управлять погодой. Так. Неизвестное место. Дополнительная гробница испытаний. Хорошо. Так. Запчасти. Вау. Обалдеть, да? Такие дебри, слушай. Это как, знаешь, в Амазонии какой-нибудь. Обалдеть. Ладно. Ладно. Слушай, а я не особо хочу. Давай. Обалдеть. Нет. Кто ж знал? Слушай, а если проходить эту сложность на экстремальном выживании, там вообще жесть. То есть, там, если ты умрешь, то все заново проходить. Это бред, я считаю. Так. Аккуратно. Давай. Все. Аллилуйя. Получилось. Боже ж ты мой, а. Такой бред. Так. Обнаружен новый базовый лагерь. Тихий омут. И мы нашли... Какой-то артефакт. Тихо. Футляр, украшенный костью и самоцветами. Футляр? Ты откроешься? Мне. Футляр? Так. Интересно. С помощью ремня из грубой кожи его приспособили под выращивание рассады. Тут, походу, все используют не по назначению. Так, новый базовый лагерь. Давай-ка его прокачаем. Аккуратно. Так.
ты нам что-нибудь скажешь, Лара? Оружие? Ничего она не хочет говорить. Ладно. Можем что-то улучшить. Пистолет? Ну, что-то я не особо хочу. Вот что тут надо? Тонкий инструмент нужен, да? То есть, получается, везде нужен тонкий инструмент. Дыхание смерти. Алло. В смысле, алло. Так. И тут, да? Требования, какие-то запчасти нужны везде. Я понял. Ну, блин. Ну... Нет, я не буду качать. Знаешь почему? Потому что все-таки требуются запчасти. А я все-таки хочу... Ну, прокачивать вот это. А тут требуется тоже запчасти. Обалдеть. Обалдеть. Сколько запчастей надо. Я не знаю, где их брать на самом деле. Ну, разберемся. Так. Ловушка. Я помню эти ловушки. Я на них не попадусь. Бам, да? Ловушек, блин, понаставили туда. Хитрые. Так. Артефакт, ну-ка, собираем. Кувшин из кости. Похоже, вырезанный из одного бивня. Вещь простая, но искусность резьбы впечатляет. Да это вообще обалдеть. Ой, я надеюсь, ты этого не слышал. Микрофоны вот ударяю постоянно. Так, что тут есть? Давай смотреть. Мне вниз или наверх? Куда мне лучше? Бабах. В смысле, алло? Алло? Нет, это, походу, как-то с другой стороны. Ладно, разберемся. Сейчас нам самая главная задача это... Воу, игра, не тормози, пожалуйста. Самая главная задача это разыскать эту гробницу и пройти. Так, три сопчасти. А что тут у нас? Аккуратно. Это баня. Я расхотел сюда идти. Китежские бани. Ладно. А почему я расхотел? Потому что там вот я что-то не взял. А я хочу все взять. Так. Что тут? Документ. Читаем. Тихо. Реки переполнились трупами. Кровь детей наших залила долину. Мы еще живы. Но зачем? Наш город погребен. Наши сыновья и дочери убиты. Жить с этим отвага или безумие? Погибшие хотя бы нашли покой. А когда его найдем мы? Когда-нибудь всем мы найдем покой, так сказать. Ладно. Хорошо. Идем сюда, значит. Аккуратно. Самое главное, аккуратно и не нервничать в таких ситуациях. Вау. Нифига. Слушай, ну тут только нырять, других вариантов у нас нет особо. Так. Как бы туда проникнуть? Нырнуть, наверное. Опачки-бочки. Я все, я понял. Короче, смотри, что мы делаем. Секунду. Смотри, что мы делаем. Для начала мы эту штуку пуляем. Сюда бам. Да. То есть, как я понял, там внизу бочки, которые можно взорвать. Наша задача, получается, это как-то всю фигню осушить. Только как? Это вопрос. Секунду, стоп. Мы можем, секунду, вот так вот сделать? Да. Замечательно. Аккуратно. Так. И давай вот так вот тянем. Зачем, я не знаю, но разберемся, разберемся. Нам сюда? Или нет? Секунду. Столько трупов. Что тут случилось? Карта сокровищ. На ком нетра? И там вот какая-то эта штука. Карта обновлена, секунду. Карта. Тут есть документ, который мы можем взять. Смотри-ка, геотермальная долина пройдена 97%. То есть нам осталось здание, гробницы, документ. И все, и мы пройдем, и обалдеть, слушай. Нормально. Стопэ, можем нырнуть? Нырнуть сможем как-нибудь? Или нет? Нифига там трупы внизу, смотри, обалдеть, да?
Обалдеть. Смотри-ка. Секунду. Бабах. Хорошо, это выход. А тут документ какой-то, да? Так. Негоже оставлять трупы детей наших разлагаться под лучами солнца. Но нам предстоит выкопать столько могил, а земля твердая. Зачем же нам отдыхать? Здесь, как и во многих других местах, больше никогда не раздастся смех. Весь мир мы превратили в гробницу. Пусть мертвые покоятся с миром. Это наш последний долг перед ними. Ладно, хорошо. Меня больше волнует. А смысл, как бы, я же не прошел еще. Тут что-нибудь еще есть или нет? Секунду. Не просто же все так. Вот смотри. Там ведь что-то есть или нет? Секунду. Тут что-нибудь есть или нет? Трава растет. Я понял. Ладно. Я понял, слушай, смотри, что надо... Нам сюда, вот, бам. Смотри. Нам сюда, да ладно. Секунду. Е. Блин, да что ты будешь делать, алло. Секунду. Секунду, секунду, секунду. Как же мне сюда пробраться? Угу. Надо как-то запрыгнуть. Как только это вопрос? Может быть так вот? Да. А-а-а, ты что делаешь? Я старался, я старался. То есть надо просто отсюда прыгнуть и все как бы. Бам и бам. В смысле? Коромысли, я не понял. Алло. Прыжок. Давай. Может, я тупой? Нет, это маловероятно. Еще раз. Так. Стопэ. Стопэ. Зачем ты это надо? Давай пробуем сюда подтянуть. Нет, стой. Вот отсюда мы протянем вон туда вот. Бам. Хорошо. Давай поплыли. Почему нет, как бы? Нифига, смотри, она прям переворачивается. Круто. Ладно. Опачки. Так вот куда, походу, надо было, да? Ладно. Воу. Ну это как-то мы сейчас осушим, я так полагаю, и все будет хорошо у нас, да? Так. Сюда. Ем. И что делать? А, я понял. То есть это сейчас осушится. Получилось. Черт. Не держится. Стопай, 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 стопай. Сейчас мы сюда вот закрепим, бам. Крепляем. Закрепили. И потянем. Вытянуть не можем. Давай. Аккуратно. Давай, давай, ну ты чё? Давай, назад. Аккуратно. Так. Всё? Или нет? Вроде бы все, да? А, не, вода поднимается, слушай. А, стопэ. Так нам надо вот эту просто штуку сделать, и все. Пока вода не поднялась. Крутим. У меня ж глаз чешется от таких деяний. Крутим. Крутим. Аллилуйя. Получилось. Хорошо. И теперь нам вот сюда, да? Так. Хорошо, ладно. Нам сюда. Поплыли. Аккуратно. Тут, походу, то же самое, да? Я так полагаю. Да, тут то же самое. Назад получается. Ну все, сейчас по классике, по красоте мы сейчас все это сделаем. Так. Держим. Давай, почти. И давай, 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 давай. Все, теперь это надо нам закрутить успеть.
Только куда? Это вопрос. В смысле? Еще слив. А лебедки нету. Я понял. Тогда это надо как-то лодку, что ли, прицепить или что? Секунду. Секунду. Так. Навык новый один мы получили. Замечательно. Вода поднимается, да? То есть надо? Надо. Я понял, хорошо. Надо эту лодку, получается, туда прицепить. Все, все, погнали. Сейчас все будет. Просто скрин. Так. Давай. Аккуратно. Давай. Аккуратно едем сейчас. Без резких движений, так сказать. Да. Изи. Изи. Все, замечательно. Замечательно. Сейчас мы, получается, к этой лодке прикрепим вот ту лебедку, и у нас все получится. Я думаю, да? Да. Почему нет? Так. И к лодке. В смысле? В коромысле. Может, еще раз попробую? Давай еще раз попробуем. На себя потянем. Там, я надеюсь, лодка уж приедет к нам как-нибудь волшебным образом. Давай. Аккуратно. Почему только это? Ну, это разработчики виноваты. То, что так это странно все выглядит. Ладно. Лодка. Привет. Цепляем. Все, изи. Теперь мы можем эту штуку обратно поднять, и у нас все получится. Видишь? Так, и все, погнали. Ах ты ж. Что ты будешь делать? Я что-то сделал не так. Сейчас все будет. Аккуратно. Так. И нам вот сюда вот. Прыжок. Замечательно. Все, видишь, как у нас все получается. Прыжок. Аккуратно. И вот сюда вот. Да ладно, получилось. Я-то думал мне заново все лезть. А на самом деле нет. Хрюк-то спасает нас. Хорошо. Давай. Аккуратно. И... Так. Давай. 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 Я правильно все делаю? Вот. Почти все. В смысле почти все? А что еще тут делать надо? Подготовлено для захоронения. Братская могила. А, ну это взорвать и все. Бам. Аллилуйя. Опачки. Стрелы. Привет. Золото. 7 монеток. Замечательно. А куда дальше? В смысле, стопэ? Наверх, да? Хорошо. Наверх так наверх. И мы тут найдем. Открываем. Так. Древняя рукопись. Похоже, это трактат по скалолазанию. Свой новый навык – железная хватка. И задание «Древние секреты» 89. Железная хватка ускоряет лазание по скальным и ледяным поверхностям. Замечательно. Вообще идеально. Продолжить. Гробница пройдена. Хитерские бани. Замечательно. Замечательно. Ну все. Нам, получается, надо дальше идти, и у нас все будет замечательно. Да. Че, несу? Ну, не суть. О, привет. Золото, смотри-ка. Так, 7 монет. А там будет с той стороны, интересно, или нет? Секунду. Да. Привет. Круто. Блин, я надеюсь, ты не слышишь, там у меня телефон пиликает. А я не хочу так за ним бежать далеко. Я надеюсь, все-таки ты не слышишь. Потому что это будет неприятно слушать. Такое пиликанье, уф. Не люблю я пиликанье телефонов. Надо было на беззвучный поставить, что-то я тупанул. Но не суть. Самое главное, что у нас все получилось. Прыжок. Рота. Замечательно. Так. Ой-ой-ой-ой. Не, ну тут нам надо нырять, как бы. Других у нас вариантов особо нет. Плывем.
круто, то, что у нас есть этот акваланг подводный. Ну, то есть эта штука, которая к рту цепляется, она типа дышит сколько угодно. Я, кстати, не знаю, такие в реальной жизни есть как бы или нет. А, ну, по-любому есть. Там, как это, как в «Звездных войнах» же показывали. То, что джедаи в первом эпизоде ныряли. Я думаю, прикольно было бы, если бы такую штуку бы изобрели. Так. Геотермальная долина. Хорошо. Так. Смотри, знаешь, что меня беспокоит? Секунду. Карта. Меня беспокоит то, что где-то мы пропустили один склеп. Только где это вопрос? Карта. Вот смотри, завершено задание. Задание испытания. Вот, древние секреты. Изучите тайны гробниц. Где-то еще есть тайная гробница, я не знаю где, вот реально. Секунду. А давай-ка эту штуку мы уберем и уменьшим. Смотри, 100%. Затопленный архив. Ну тут вряд ли будет гробница, я думаю, да? Я не думаю, что тут будет гробница. Так, шахты 100%. Что тут? Сирия. Советская база. А что тут в советской базе? Аварийные тайники. Раз тайник, два тайника. Я понял, ладно. Угу. И научная станция. Научная станция. А, карта мира. Я понял. Пройдено 76% игры мы прошли. Хорошо. Угу. Я так полагаю, это будет где-то дальше, да? Но других вариантов у нас просто нет. Поэтому погнали, погнали проходить. Прыжок. Зайчики, попрыгайчики. Попали. Две шкурки, замечательно. Замечательно. Так. Что мы тут найдем интересного? Мне прям дико это интересно. Что же мы тут найдем? Так. Не, ну по-любому тут что-то будет запрятано, потому что как бы, ну... Карта, тихонько, тише. Карта, карта, карта. Нет. По карте мы все тут нашли, кроме вот этих, получается, кроме задания. А задание-то, походу, будет где-то, ну, в другой локации, наверное, скорее всего. Тут, потому что я сомневаюсь, что тут оно будет, реально, сомневаюсь. Так. Лагерь. Ну-ка. Что мы тут найдем? Не зависай, не зависай! Уф. Боже мой, а. Так, навыки. Новый у нас навык. И боец. Не, боец мы максимум прокачали. А охотница. Это все неинтересно. Стрелы с кассетной бомбой. Разрывные стрелы. Ну, блин, слушай, я сейчас не знаю. Гранаты. Мы их сможем теперь изготавливать. Давай-ка прокачаем. Это крутой очень навык. Так. Оружие. Винтовка. Что-то можем прокачать. Тихо. Барабанный магазин. Емкий барабанный магазин позволяет реже перезаряжать оружие. Применяется ко всем армейским винтовкам. То есть он повышает боезапас. Давай прокачаем, почему нет? Все. Аллилуйя. Аллилуйя. Смотри, какая у нас винтовочка получается крутая. Классно. Классно. Так. Так. Хорошо, на этом я предлагаю серию закончить. Мы разыскали крутую гробницу, получили много навыков, монет собрали. У нас все замечательно, поэтому я предлагаю на этом серию закончить. Я надеюсь, ты меня поддержишь своим царским королевским лайком, подпишешься на канал и напишешь внизу в комментарии, как тебе серия. А я напоминаю, что с тобой был я, Павел Абасов. Еще увидимся в следующей серии, которая сейчас появится, либо уже появилась. И пока-пока.